Друзья мои, всем доброго времени суток. Хочу сразу пожелать утра доброго, дня или вечера, или, может быть, ночью вы меня смотрите. У нас, кстати, уже вечереет, поэтому я не могу ручаться за качество видео. Не знаю, буду его загружать или нет. Но в любом случае, в нем я хочу поделиться с вами одной мелодией, которая многим из нас известна. Это песня «Маленькая страна», та еще, что известна в исполнении Наташи Королевой. Ее мы сейчас разучиваем с одной из моих онлайн-учениц. Ей всего 8 лет. И мне сегодня прислала письмо ее мама, в котором попросила выслать мелодию вместе с басовой партией. То есть здесь прослеживаются в этом переложении, которое я сейчас набрал, две линии. Непосредственно сама мелодическая линия и басовая партия. И это переложение будет полезно поиграть не только Насте, я думаю, но и тем, кто решил освоить игру на гитаре и делает первые шаги в этом направлении. Что здесь полезно именно в этом переложении? То, что сразу нам одним выстрелом нужно убить двух зайцев. Во-первых, высчитывать все длительности, которые присутствуют в самой мелодии. Все четвертушки, восьмые, синкопы, там есть залегованные у нас ноточки. И плюс ко всему, необходимо высчитывать половинки и четвертные ноты, которые присутствуют в басовых ноточках. Басы мы будем с вами играть в этом переложении большим пальцем только лишь, а мелодия у нас будет звучать, будем извлекать ноты указательным и средним пальцами поочередно. Рекомендую играть с опорой. Давайте я один раз наиграю, послушайте, как звучит эта мелодия, чтобы она отложилась у вас на слух, и если решите ее разучивать, табы и ноты сможете скачать сразу под этим видео. Хорошо звучит следующим образом. Простое, несложное переложение, но, как я выше отметил, очень полезное для того, чтобы правильно высчитывать длительности и в мелодии, и в то же время не сбиваться с ритма в басовой партии. Надеюсь, что это видео все-таки я загружу, и оно покажется вам интересным, полезным. Если это так, обязательно ставьте лайк. Если еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и делитесь в социальных сетях со своими друзьями, близкими и знакомыми. Всего доброго, пока-пока.